Ребят, всем привет, и я думаю, по названию этого видео вы догадались, о чем сейчас пойдет речь. Да, ребят, я действительно устал, очень сильно устал, и хочу уйти с Ютуба. Я долго об этом думал, ребятки, и... Стоп. Стоп, ребят, вы серьезно? Вы гоните? Вы реально поверили, что я ухожу с Ютуба или что? Вот напишите в комментариях, пожалуйста, поверили или нет. Нет, 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 ребят, стоп, стоп, это не кликбейт. Это не кликбейт ни в коем случае. Сейчас у нас будет пранк. Пранк называться будет «Я ухожу с Ютуба». И мы будем пранковать моих подписчиков. У меня есть Дискорд, ссылочку я на него могу в описании оставить, где я общаюсь со своими подписчиками. Туда я захожу регулярно и с ними разговариваю на разные темы. И сейчас я зайду в Дискорд и пранкану их. Я скажу им, что я ухожу с Ютуба. И мы вместе прямо сейчас посмотрим на их реакцию. Ну что, ребят, готовы? Я думаю, вы готовы. Вам осталось прямо сейчас поставить лайк, если вы реально крутой чувак и не хотите, чтобы я уходил с Ютуба. Поставьте прямо сейчас лайк, подпишитесь на канал и поехали. Ты ебанутый. Я серьезно, ребят, я прямо сейчас, скорее всего, удалю. Тоже серьезно, Боже, что ты делаешь? Я сейчас выйду, ребят. Ребят, я сейчас выйду, пока что удалю канал и скоро к вам зайду. Я тебе сейчас. Нет, 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 не надо, не надо. Ну что, ребят, приступим. Я сейчас сижу с ними в беседе, вот я, тик-так, и я замутился, я их не слышу, и они меня не слышат. Сейчас я выключу микрофон, точнее, включу микрофон и включу наушники. И скажу им, что я ухожу с Ютуба. Ну что ж, ребят, я думаю, это будет реально прикольно, и вместе посмотрим с вами на реакцию. Ребят, всем привет! Тик-так? Привет! Ребят, у меня для вас, ну, возможно, для моих подписчиков... Плохая новость, ребят. Очень плохая. Какая? Ну, это касается моих подписчиков. Вы готовы ее услышать, да. Ребят? Да. Ребят, да. Ребят, я с Ютуба ухожу. Почему? Ну, блин, ребят, я очень сильно устал, ребят, серьезно. Просто пахаю как проклятый. Просмотры иногда не набираются. Ютуб иногда залагивает там... отнимает просмотры и так далее. Я стараюсь очень часто напрасно. Поэтому я думаю уходить с Ютуба, ребят. Что скажете? Да, я понимаю тебя. Я тоже понимаю. Блин, ребят, я еще до конца не решил, уходить или не уходить. Как думаете, стоит ли уходить? Блин, кто там орёт? Я его зову. Надо, нет, нет. Ну, можно раз. Не надо, не надо, не надо. А чё? Можешь взять отпуск. А чего не надо, можешь, ребят? Можешь взять отпуск. Ну, блин. Можно раз в неделю, раз в две недели выпускать ранки. Так, а если я буду, понимаете, если я буду раз в две недели выпускать видео, то онлайн еще меньше будет падать, то, блин, это, мне кажется, это будет просто ужас полнейший. Надо уходить с Ютуба, ребят. Ребят, в общем, не знаю, можете сказать, как бы, на прощание хотя бы что-то? Я просто вот не знаю, я вот, наверное, может быть, кому-то канал подарю даже, я не знаю. Сразу. Короче, тик-так, я тебе желаю удачи, успехов и чтоб никогда не унывал. Может быть, тебе канал подарить, слушай. Желаю тебе удачи. Аня, знаешь, что я тебе скажу? Сразу. Не, Аня. Мне не нужен канал, мне не нужен канал, у меня свой есть. Кому нужен, ребят? Мне нужен. Твинки, да? Да. Что ты хотел? Саня, знаешь, что я тебе хочу сказать? Канал. Да, да, да. Саня, да, короче, мое мнение, приеду к тебе, будем бухать. Ясно. Ну ладно, ребят, я сейчас на полном серьезе. Вот я просто решил для себя удалить канал. То есть я просто его удалю. Я, наверное, на стриме его где-нибудь удалю. Я уверен, ты наебываешь. Я вот не знаю, вот, серьезно, ребят, как думаете, стоит ли удалять? Да не надо удалять, типа. Да не надо. Не надо. Ну хорошо, а вот реально, по вашему мнению, почему не стоит удалять канал? На полном серьезе. Дай слово пацану, что на полном серьезе. Не, ну я сейчас с вами я разговариваю. Ты заеб, тихо. Я вам задаю вопрос. Если ты не удалишь канал и будешь продолжать делать видео, то, может быть, к тебе придет еще больше онлайна. А если кому-то отдать канал, может кто-то найдется лучше меня, кто будет снимать? Лучше тебя нет. Это маловероятно. Серьезно, спасибо.
Зачем другому канал идти? Это твой канал. Это мой канал. Да. Ну так зачем другому каналу идти, твой канал? Его никто не возьмет. Не знаю, ребята. Ребята, может прямо сейчас взять и удалить его, серьезно? Не, не надо. Не, не надо. Не надо. Ребят, ладно, я, наверное, все-таки подумал. Подумал. Вот я просто решил с вами посоветоваться, и все-таки я, наверное, его прямо сейчас удалю. Ты не надо. Зачем мне? Я серьезно, ребят, я прямо сейчас, скорее всего, удалю. Тоже серьезно, я. Боже, что ты делаешь? Я сейчас выйду, ребят. Ребят, я сейчас выйду, пока что удалю канал и скоро к вам зайду. Я тебе сейчас. Нет, 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 не надо, не надо. Ребят, я сейчас приду, ребят, я сейчас приду. Они реально мне поверили, то есть они реально поверили, что я могу удалить, что я могу предать свою аудиторию и удалить свой канал, ребят. Это жестко. Сейчас я подожду буквально минуту, две, три, ну я, естественно, это перемотаю, и зайду к ним и скажу, что я удалил свой канал. Мне кажется, это будет просто жестко, ребят, серьезно. Ребят, давайте прямо сейчас, короче, к ним заходим, и я говорю им, что я удалил свой канал. Но, скажу, типа, Ютуб еще не обновил, короче. Ну, короче, сейчас я захожу к ним и говорю, что я удалил свой канал. Алло, ребят, я тут. Ну, короче, я блин, сидел, все-таки я реально удалил его. Все, я выхожу из Дискорда, всем пока. Ребят, послушайте меня, я говорю вам, что Ютуб обновляет в течение часа. Вы через час увидите, что реально моего канала уже нет. Я просто реально устал. Мне кажется, что ТикТок нас наебывает. Винк удалил ТикТок. Нет, я говорю вам, я удалил свой канал, там 175 тысяч подписчиков. Окей, сейчас зайду. 176. Нет, ребят, пруфы будут через час, потому что YouTube обновляет каналы только в течение часа. То есть сейчас еще показывает, что он как бы существует, но я уже его реально удалил. Ты был киберспортсмен. Я реально просто устал, ребят. Когда я удалил канал, я просто, как знаете, как просто скинул такую большую ношу с плеч. Вот серьезно, я просто сейчас как будто свободен. Мне кажется, ты снимаешь. В смысле? Мне кажется, я наел бык. Потому что он бы не смог удалить, я уверен. Мне кажется, это пранк. Говорит, ты что? Это новая рубрика. Ладно, ребята, вы меня раскрыли. Короче, вы прямо сейчас в видосе можете передать что-нибудь. Сука. Я, короче... Всем привет, Ютуб! Привет, Ютуб! Ребята, привет! Привет! Oh, you touch my tra-la-la. Подписка и лайк.